Более 2000 жителей республики получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве. Об этом сообщает социальный фонд Калмыкии. Такая поддержка положена неработающим гражданам, которые не меньше 30 лет трудились в сельском хозяйстве. Учитывается работа по определенным профессиям и должностям, всего 500 специальностей, список утвержден правительством России. В их числе механизаторы, мастера машинного доения, слесари по ремонту сельскохозяйственных машин. Размер сельской доплаты составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности. Она назначается в момент оформления страховой пенсии, при этом никаких отдельных заявлений или сбора справок не требуется. С прошлого года назначенная надбавка сохраняется даже в случае, если сельский труженик на пенсии переехал в город.